же дамажит. Чек на пол. Так мы стопаем для того, чтобы дверь замедленный переход. Пей куклу поклонски. Пуляем. Выходите из лужи, становимся здесь звезду и дамажим вас. Все РТД хилы, станьте звезду. Я вижу. Стопните дамаг. Все, стопните дамаг на босса. Не бейте босса, не бейте босса. Сейчас зеленый уже сливается. Не бейте. 2%. Забафайте зеленого и бейте. Проклятие красновичек. Не дамаг. То можно было не замедлять. Переводить. Копи разу, чтобы все. Пошли с красным дебафом, ушли из-под зеленого. Красным дебафом бейте уже красного. Красного главное замедлить. Цель зеленого сбегайтесь. Идите, с цель зеленого сбежались. Бейте по дебафу. Видите, на ком зеленый дебаф, с зеленого сбегайте всегда. Даже когда он ретард делает. Таргет красного, отойдите от него. Что-то я ничего не чувствую. Отойдите от зеленого, замедлили его. Добивайте зеленого. Все, блин, босс. Пельмени летят аккуратно. Отошли от пельменей. Колбы сейчас будут. После лужек будут колбы, отойдите под спины босса. Иди сюда его. Вот тут и стой, стой, стой тут. Красный сливается. Пельмени летят. Внимательно смотрите. Вы уже играете в красный. Играем в красный. Замедли красный. Беги, малышка! Вот, побежал. Красного бьем. Иди только, когда колбы будут. 5 секунд колбы. Пельмени летят. Колбы поставят, пойдешь под зеленого. Колбы, отходите. Веди под зеленого, туда на уголок. Чему передавайте, не забывайте. Пельмени не так. Зеленого бей. Бейте все зеленого слизня. Цель зеленого сбегайтесь. Еще раз цель зеленого сейчас сбегитесь. Черепов сбегайтесь. Секунду. После колба ведешь, колбы. Пельмени летят, внимательно. Пельмени не ловите. Все, колбы отводи, сейчас будет классно сливаться. Стоит на месте. Отводи, отводи, отводи. Будет красно сливаться, РБД красно отводить. Переключаемся вправо. Замедлили красного. 40. Ты не замедлил его? Ладно, да он прям там. Он бежал, бежал. Я от колбы блинкнулся, короче, и оказался рядом с красным. Валера, блядь. Как так-то? Да, короче, я просто в последний момент вижу, что в меня колба летит. Да ладно, не оправдывайся, нахуй, КП, блядь. Я не оправдываюсь, я говорю, как есть, ну типа так реально и произошло. Только надо было успеть, я не успел еще куда-то в сторону отвернуться, чтобы блядь. О, минутку. Что-то пишет. Так и был. А че ты подписал?
Ну да, там и скачивай. Не, ну тут мой косяк, наверное. Я просто не подумал, надо было куда-то в сторону делать. Лучше бы я, наверное, сам ответвление сделал, чем попасть на тебя. Ход в один слот ссылка. Пати вон налево. Что на окике? Не понял. Так, у нас фулрейд. Выше там что-то он сказал. Не, ну... Кто ханта заходит, значит? Ну, нет. Нет ханта. По-моему, он в обычке и оскорблял кого-то там. Да ну блин, он оскорблял. Он же поговорил нормально, он сидит тихо вроде. Он типа когда релил или чё? Да нет, сегодня что-то времени не знаю. Я не читал это раньше. У нас теперь нет ханта. В смысле? Ну, срать. Кому истерию-то кидать? А хан тут не решает ничего. Что тут здесь был? Третий хант. Да, вот это я лох, конечно. Кому истерии присанить? Могу вам тебя кинуть? Да, кидай мне. Сейчас, ширинку расстегну, погоди. Можно было вам ханту поугал, ты бежишь там где-то там? Скриньте самогона, блядь. Скриньте самогона, сейчас его тоже кликнем, да? Давайте, можете записать в арка. Я ваших мамок ебал, блядь, ваших папок ебал. Давайте вас баф. Записали? Все, плюс один берем. Ну вот пусть теперь Олег ханта ищет. Да нафиг тебе хант, возьми ты ШП его, блин. Марин Тамон, что ты там здесь сделал, бля? Ну хант нужен, на мече был. Тормозите, ёбаный в рот, вы взяли нахуй человека просто так с гильдии кипнули, бля. С причиной, бля. Ловите одну причину хотя бы, бля. Сейчас он целит, За треньки вы меня кикнули, бля, ёбаный в рот, нахуй. За то, что, блядь, не знаю. Уверен. Сказал, слышишь, человек, не слышишь, знаешь, пап, уверен. Что? Дить, подожди. Выйдите в другую, пожалуйста, комнату, и там с Олегом поговорите, он тебе здесь не зачем кикнул. У нас утроит как бы. Не, ничего не буду объяснять, я его кикнул с гильдии, из группы, из ВК. Сумоньте меня, и начинаем играть в профа. Где такой жесткий, Олег? Как хочешь. А и главное, чтобы он мне не мешал. Такого пацана кикнули, пиздец. Любого бы порвал. Да, нахуй. А, кстати, у него ВК было? Давал вам? Да. Я суманул, Олег? Я не знаю, я не спрашивал ВК. Это который вот в беседку этот, как я, всем общий говорил. И Боб, давай речь, тебя ждем.
Сейчас я сумоюсь. Он мне в ВК пишет, что его кикнули ни за что. Ну и удачи ему. И что он такого написал, что ты? Идет все как быдлан. А да у нас давай. Люди, бафы давай. А по перчему бафы дай. Начнем. Дайте лапу. Давайте убьем, отойду. Ешьте рыбу там, чек на пул. Сколько можно бахаться же. Там босс не двигается, видишь? Перчик готов? Пей куклу потом. Да пей куклу. Видно, босс, да, будет? Сейчас лужи кинет, потом повидаешь. Да, Валера, я уже знаю, что я. Топайте дома, стопайте дома. Стопните, не бейте, 83%, дюмбашин, ватрофон. Бейте зеленые. Тоже выходите. Возьмите. Зеленым дебафом отойдите от зеленого слизня. Красный можете бить красного уже сразу. Красного замедли, главное. Цель зеленого сбегайтесь. Потом зеленый дебаф, цель зеленого милит. Чем такой быстрый? Замедливо сейчас по возможности есть, чтобы не надо. Цель зеленого сбегайтесь. Кто бьет зеленого милит, связь цель зеленого. Я пока не могу прочитать. Ретаргет красного, отойдите от красного, замедли красного. Боб, дайте ему. Хорош. Добивайте красного быстро, сейчас догонит его. Что-то два человека его убьют вообще. Пельмени летят аккуратно. Смотрите внимательно пельмени. Сейчас будет лужа, потом колба. Вот лужу кинул, сейчас колбу будет. Отойдите за спину. Колбы, отходите, отходите. Не веди пока, не веди, вот стой тут. Просто за спину встань. Я отколпил. Красный сливается. Пельмени летят внимательно, отходите от них. Бейте красного РБД уже. Долбоёб, бабл, тебе нахуй! Без них это беги, красного бейте. Колбы 5 секунд, готовьтесь. Пельмени летят. Колбы жди, потом веди к зелёному. Колбы сюда веди, к звезде да, веди, да, потом да, веди. Да. Нормально. Смотрите. Мокрый район, не забываем. Пельмени полетели, смотрим внимательно на пельмени, переключаемся в зеленый. Цель зеленого сейчас сбегаться. Все в цель зеленого, РПД тоже. По возможности, потом рядом. Колбы 5 секунд, готов все потом выпустить. Бьем босса. Стой здесь, пока возле зеленого, под зеленым экраном стой. Пельмени летят, колбы двигаются туда, от красного. От красного двигается, куда-то красного. Сейчас, сейчас. Отойдите от красного. Пельмени летят, внимательно смотрим, где пельмени, отходите от них. Красный переключатель. А мне это, как бы не блюкнуться к ним. Босса стопните. Добивайте красный. Стопните в босс. Стопните так, в босс. Переводить надо процент. Сейчас бьем. Чё? Ладно. Всем стопать там, переводить надо.
Я не посмотрел просто на вас, не поверил. На ком зеленый дубах, отойдите от зеленого. Вот, беги, с зеленого разбегаемся. Хорош. Но нам все сбежали. Полбы 5 секунд. Полбы. Таргет красного тоже не так знает. Ну бейте, хорош. Пельмени летят, отойдите от них. Эй, кто мне огонь кинул? Сколько? Короче, танчи. Сколько ты стоишь? Ну что, ты не можешь забрать, что ли? Надо на первый был, сука. Я вообще завис. Что происходит? Дом-бол. У меня подвис. Да, я сказали, бол. Видишь, что происходит? Сколько у тебя стаков? Два. Три, выбирай. Можно диван. Диван кидать надо? Нет? Дай кидай. На Поклонского? Да все, не надо, все кинуть. Сколько ты? Забирай. На трех стаках нужно забирать было. Вы убили? Нет. Оба. Убили. Валера. Блять, кто мне кинул корону? Вы чё гоните? Пиздец, нахуй. Какого хуя меня убило, блядь, на третьей фазе? Я ж тебе говорю, корону кинул, я не знаю. Надо отойти. Минуты на три. Отходи. Меня так бомбануло, нахуй. Тебя два раза ударил. Если ты видишь, что на тебе болт, почему ты не можешь его снять? Если ты понял, что да происходит. Я поздно заметил. Ты не понял, что на тебе болт, не мог понять, что нужно его снять, да? Я ж тебе говорю, я поздно заметил, через 5 секунд. Зачем вы на танк болт кидаете? Тебе было зачем его кидать-то? Что бред? Убили вы там, да? Убили. Я, короче, отойду покурить. Пару минут. Он тебе пишет, чтобы ты в инст не заходил. Я резко хотел. У меня час висит игра. Меч нужен кому-то? No. Печеньку. Паладин зря чернокнижник. Браво, Лер. Кто там выше, ретро? А, кто галу выше, да? Нет, фестлайн. Фестлайн, да, ты выше всех. Сейчас я. Ты читаешь, что пишу? Да, я лучше не помогал. Ну я отошел, короче, окей? Подождите секунду, у меня лут забагался, сейчас надо кому-то передать. Лутер. Кто тут?
гулять, нет, трэш. Нет, ну, если вы там готовы пулять, и я возле босса на лут забагался с реловом. Ты можешь забрать? Давай тебе дам лут, а ты мне отдашь. Можешь мне отдать во второй группе? Ну и этот меч тоже. Хорошо, спасибо. Вагон, ты тут? Не, я в магазин сейчас иду, а чё? У тебя есть макрос по депое на АДП? Анхолика? Да. Не, я им не пользуюсь. Знаешь, просто есть. А кому токен геройский достался? Ему уже. Кому? Кто же токен был, кстати? Да иди, сейчас я до тебя добегу, отдам тебе толки, я просто себе их забрался. Пошли контролить. И давай, чистые. Вайпы были на профи, я так понял, да? Ну да, один на профи был. Ну вот там я, короче, на такие случайно. Так, в принципе, нормально шли. Я блинкнулся от этого. От пельменя блинкнулся случайно к красному до того, как он выбрал таргет. А потом он выбрал сразу через. Я. Я вообще вот за Анхолик играл, я ЛПшку бил. Я думал, то что ей нужно. Потом понял, что неправильно гонял. Педальку на ЛП. Так, понимаю, две доты вешаешь и вот эти красные пензи. Лик еще. Ой-ой. Эй, бомжи. Морать такова, блядь. Пафик где-то. Это обычный печень.
И где мы ПР, не пойму. Только ПР было. Ну ты почаще заходи, может, побольше. Это вы, походу, тут. Я тут раскидывался. Права забрали, хуй накинь. Как дела тут? Слушай, Олег, давай ты мне беседу. Давай после босса ты потом будешь. Может, трешки будет. Все равно молчат. Давайте баф раздавай. Ешьте рыбу. Вот здесь рыбы, там справа рыба стоит. Каску, кулак, крест. Лапу дайте. Декан на двоих, протокол. Не сыть. Кресты подбивайте сверху. Налог забрал токен, сколько можно писать? Чек на пол. А нам там море. Будешь? Ладно, Валя. Полдарам. Нам там море не вернулся, что ли? Он ушел. Магазин. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Значит, магазин в подъезде находится, сам говорит, на 3 минуты были. Ты на пулишь или нет? Трам. Наши силы едины. На пульте на Деймоса сейчас. Полдорама. Ну ты пару ЛП тоже кинь сюда. Просто сейчас кто-то Масука тоже может сорвать. Поклонцы вообще так нормально танчат, я... Вихрь разгребитесь, уберите раньше между собой. Изабеллу захильте. Печка над боссом не прям падает. Пейте. Ты на цели 4 секунды. Можете раз дать. Мечку подбейте вот босса. Две кинетики вот босса не падают, подбивайте. Чуть побольше побить, чтобы она получше. Цель сейчас будет. Беги, малышка, беги! Бьем точно, что? В углу там стоит. По выходу вы бегайте, про кинетику не забывайте. Кинетика спадает на ступень. Он же... Не, вас подведи босса в центр. Да. Еще одна кинетика упала. На ступеньках, на ступеньках, следите. Моя чаша полна. Прольется кровь. 5 секунд смена цели. Волна рабьем. 40 стак. Не бегайте со стаками. Вихрь сейчас, разбегитесь, наберите раньше между собой, 12 метров. Побегайте этот вихрь, не бегите по нему.
Тут и стой, все, не веди, не веди, не веди. Они поулетали, с ними я не достаю теперь. Кинечка падает на целой, пробивает. А на цели сейчас будет. Выхер. Пробивайте уже. Талдорама это будет. Плаканье. Кольцо с МП5. На ОФ нужно там? Да, теперь можешь идти выпустить кота. Грудь духом. Сразу можете на уфолик. Ну нужна там? Что, контрольте? Голова на смерть. Секунду. Бесплатно только сыр мешает. Победи, победи, девочки. Так, сори за АФК, я тут. Слышь, Войт, а у Мишки 2 КХП нажима? Ну да. Еще 57 мастерства. РС-ку танчил? Я поди сложится без ударов. Это не должно. Ну там бывают удары по 39, по 40. По точно. Там же... Типа уклонения, да, у него? Ну, да. Да там, ну, статы и войденс, вот уклонение, парирование, оно примерно одинаково у всех танков, там плюс-минус 5%. Мишка, а под прожимом косарей 100, да, наверное, 20. 40. 100 ну, 140-150, там, если со скоробей. Абсорб там, чё там, 2000. И на сколько это секунд? Ну, абсорб после каждого крита только. На крита. И КД 5 секунд у него вроде как. Не знаю. Может быть, еще КД. Не, нету КД в абсорбе. Че, любой крит, весь абсорб? Ну я вот так посмотрел. Вот... Нет, после крита на друида вешается баф, который... абсорбирует от следующей атаки там 2-3 тысячи. Да, и потом, если ты кританешь в течение 5 секунд, то ты не получишь это. Он обновится, получишь. Он, у него нету КД. Но он просто не стакается. То есть ты кританул снова, но он заменяется новым. Я играл Мишку просто, не знаю, 4 секунды. Это нифигово даже. Что? Если КД нет у него внутреннего.
Но там не так много абсорба, там в ЦВК максимум 3К. Да, 2К. Ну хоть как. Парирования-то у него нету, да? Или есть? Парирование. Ну, зато у него уклонение, как сумма парирования и уклонения в других танках. Ну да. Да, да там одинаковые воды. Если даже целых минус 20% все равно у него хватает там уклонения. Ну да. Но у него да у всех танков с избытком. У Мишки 55% у Биси. Не, ну 50 плюс, короче, там от 50 до 55. А у других танков по 30 и по 20-25 парирования. Мне нравится у него агро, и масса хорошая, и вводная цель хорошая. Если на увечье символ стоит, вообще пиздец, еще и на бельсерк. Там не знаю, его можно получить. Hello. Идем или так? Валера тут? Сейчас ВРК зайдет, наверное. Давайте подождем тогда. Будто на нем здесь. Товаром вообще посложнее будет МТ играть, чем Мишка. Зато он более мобильный стал, как мне побольше. Мы стоим, да. Слышно, да? Да. Ты на всякий случай. Там, блин, играешь, что-то было. Лучше РЛА себе ассист. Просто у меня что-то интернет, ну, типа ненадолго просто дропает. Давайте баб. Чек на пол. Ничего. Мы же должны пока не ждали, наверное, уже. Как пуля. Это было. Серый зоны РНБ. Право, слева, чтобы одинаково стоял. Вы говорите, рейш вот. Сорян, могу. Ты вообще не панчишь? Да блин, ну? Я... Я фиг знаю, что это. Ну факт, избегайте, с чем вы стоите. Я не 5 секунд готов. Ой, поднимел форт, да, форт поднимел на Лентоморе. Сослягненько, глыбу. Да, блять, вы как-то раз рано, пол. Ну, в смысле, я не ожидал, что пул пойдет. Фильтик сразу, дайте баф. Масбаф раздайте. Таску плак по порту, по Лентоморе. Пак, сбегайтесь. Жубанга тени. Ок, отойди оттуда. Она нормально стоит. Ну тебе дохнул, значит. Сбегите, снопак. Тебе не 5 секунд готов. Сбилики справа выносят. Слева есть лужа. Для науки тени. Можно заворачивать уже сюда, далеко не бегите. Пак 5 секунд, готов. Килы, можете стать ближе там к центру?
Идите, как понимаешь. Убегайте. Нотель, сейчас теней, антиэфирки. Бал накинешь, антиэфир на моментом, а влево беги. Отойдите от луша. Отойдите подальше от луша. Вкусы передавайте. Кильтеры, конечно, берите 8 метров, не стойте. О, хорошо, пак сейчас готов. Тени 5 секунд. Бегайтесь на папке, тени 5 секунд. Леон, глыба. Хорош, снимает, бей дальше. Доверите рейндж, не стойте в одной куче. Банда, это. Можно, в принципе, раз было, да. Факт, сбегайтесь, тени 2 секунды. Мисса у тени. Передаем укус. Передавайте кому-нибудь уже, пофиг кому. Security ману залейте. Пивкин тени. Хватит тебя тут хилить. Мы ведь так хорошо ладили. Полки нормально выкладывают. Шею рольте. Печеньки. ДК разбойник маг двоих. Кто там лишь? Я модем ребутну. Печеньки с обычным жирком. Защитник для ВВ. Давайте быстрее только. 2 минуты там на крэш отошли, если нужно еще не вернулись. Человек на пол перед боссом не будет у вас до сих пор ВП, да. Валер. Козочку бьем сейчас в первую очередь. Валер. Что? Он там Огрим пишет в рейд-чате. Можно я дам ожерелью Палу на ОФ, и мне ГП за нее снимут? Так кто пишет? Я бы на его месте забрал. Я бы нет. Прямо он на ПП.
Раньше надо было думать. Ты ролил, ты думал, зачем он тебя брал. А я не буду ничего не забрать. Ну если Пал хочет забрать, почему нет? Ну Пал же тогда не новый берет, а на мейн. Если бы ему нужно было забрать, он бы забрал. Ну хай наверное ролил. Бейте квадратик. Нужно тебе, не нужно. Я никогда не знаю, какой лут упадет. Если бы лот я выпал, что надо было, я бы думал, а мне лучше то. Квадрат бейте. Хил, хил, хил. Сейчас собирать трэш на полную возможность. Ромбик бейте. Вот там ромбик, бейте ромбик. Сходите тут. Заберите тут охотниц. Она не притягивается. Джоу по мне. Чекнуть. Это просто их идеалист. Всегда было стоящее. Решать сразу. Вы не можете решение принять сразу. Потом думаете, а мне возможно нужно что-то сделать вот так. Рошан без маны. Залейте маны. Да, я Фурика взял, потому что другого Фурика не было, куда я собирал. Может разбили, не было Фурика вообще. Ты иду чайку налить. Сейчас он сколько онлайн. Почти слабый человек. Ой-ой. Есть БР? Да, сейчас. Так, пес. Мне рисают. Поклонского. На пульте на Поклонского трэш. Разверните этих лучниц. Вы можете пока не бить трэш вообще, просто... Вырываются сразу. Ну, все проблема в том, что вы начинаете бить, не видя то, что танк еще не добежал, мы еще не ссалим даже. Поэтому они бегут на вас и убивают вас сразу. Просто стопните дамаг, подожди. Видишь, что танк уже начинает танчить. Потом начинаете бить. Ничего не хватает. Хотел отвезти Поклонское. Ладно. Рапорт писал что-то? Там, короче, шея, это офигенно вообще. Я в ПМ писал, что я модем ребутаю. Сейчас с мобильного рекасишь. Шея офигенная, когда у тебя глоры нет, навара. И то, ну так. Чем с глоры тебе шея? А, ну 5-7 нормально. Правда, меткости не будет хватать, хотя хер возьми. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Блять, меткости, хули там меткость собирать, блять, вару 5% нахуй. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы. Да, тоже верно. Нападай, крок. А? Я говорю, да, ВРК, я писал тебе в ПМ, что я ребутаю модем, у меня лаги, короче. Ну ты вернешься до Вальки? Да, вернусь сейчас еще раз ребутну. Что мне тут много написали, я видать забыл. 10 человек на каждом трэше пишет, я папа. Папа надо выпустить. Там бараку вы на резин сходить за бухло. Будешь это на трэше делать? А сильно оно инет забирает, когда заливаешь? Да я не замечаю, но... Она производительность компа забирает. На интернет. Вовка вроде... Да вообще никак не замотал. Вовка, она же немного так тяжело. Все, тогда если что, без тебя объем.
Вот, спекайся в ордру. Ну, у меня 60 кадров, так. Не знаю, ничего не забирать. Там много демка весит. Гик хотя бы весит? Почему? По 25. Час 25. 25 гигов? Серьезно? Ну, я не сжимаю ничего. Ешьте рыбу, там стоит впереди. Чекнулся в РДВ, да, уже? Есть у кого-то спехи, Ваниш? Вроде больше никого не было. Джим... А, у тебя холик есть? Спекайся в холик, да. На рейде будет, значит, Месао, и будет остальные 4 хила летают в порталы. Кто-то умеет в порталах нормально летать. Ты умеешь? Задержка 37. Вот. Значит, будете запечатать когда-то. Security, Retro, Длинноухи и Джубанка. Вы летаете в порталы, хилите Ван. Несао и Джубанка на хилит Ванку, на рейде посидите. Чек на пул. Дэйм, останься слева, Поклонский справа. Идем проверить это моба. Лень, ничего не хватает. Леон, Месао. Леон, крест дайте. Лень, готов? Лень. Ты тут? Рога. Все, да, начинаем. Залейте червей быстро, Макс слева выходит, Макс. Дальше слева выходит второй Макс. Черепок бьем. Фоглику тоже пытался, давайте, перед тем как он умрет. Слева мага бьем. У морды. Сейчас будет подавление, смотрим, давайте. Жирного просто забери, жирного не бьем, смотрим, где подавление, бьем подавление в первую очередь. Слева, сверху, снизу, слева. Мага слева бьем, таз сбейте. Тоже жирного подавляйте, залейте. Пять шоу, череп, ок, третий череп. Пал сверху, бейте, там маг. Слева маг вышел. Снизу маг. Подавление будет. На жирного забейте, смотрите, смотрите, где подавление. Просто забери его, держи. Слева, снизу. Подавление слева, снизу, две пачки. Мага слева, сверху будет убить. Пачка слева. Остальное забейте. О, где мы выше. Череп бьем. Как-то долго хилит. Помогайте в перерывах там подхиливать Ордру. Еще одни рост. Тебя так лагает, мобов нет. Подавление. Справа сверху, слева снизу.
Мага забери поклон. В морду. Там сверху огонь. Справа. Справа подавление. Я же сказал. Череп пол. Мага добейте этого ледяного. Справа маг вышел новый. Каск. А, далеко. Рост. Давайте рост. Можете дать гим на хп. Нехилки. Справа маг вышел. Подавление вышло справа. Все, дохилить. Пипец, кто так портал собирать, я прям вообще не могу. Один, да? Один, да? Я пока на трэш отойду. Кольцо, Натан. На офф нужно кольцо на танк какое-то. Валера, можешь отойти? Ну да, если не надолго. Спину РГБшник. Покажите сначала кил, пожалуйста. 34 31%. Кто выше там, рэпли? Ты на холика ролишь? Ну, в спик. Ну, по слайфу, но мейн, значит, да? Я ж на мейн кидал. Отойду 2 минутки. Можете там шкаф поставить, меня присмотришь, чтобы быстрее. Прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их!